Сдается, небольшие залежи нефрита есть к северо-востоку от Неграда. Попытаю удачу там. Надо продолжать поиски. Но! Thank you.
его достать. Thank you.
not. Вижу, мои деньги не пропали даром. Не представляешь, с каким удовольствием я вернулся к своему занятию. Благодарю тебя. Не за что. Как идет работа? Я уже создал несколько младших рун для начала. К сожалению, инструменты и материалы, которыми я сейчас располагаю, не позволяют мне создать ничего лучше. Тебе повезло, я нашел немного нефрита. Вот. Это да, спасибо. Если хочешь посмотреть на мои творения, милости прошу. Ну, насколько я помню, в оригинале было 5 тысяч, 10 и 15. Судя по цифрам, уменьшили цену на 40%. То есть... 40% по 10 тысяч, 4 тысячи убрали. Но остается только копить, ездить на скеллиге. Дай-ка посмотрю, что там у тебя. Спасибо, будь здоров. Да славится вечный. Дай-ка посмотри. Спасибо, будь здоров. Можно сделать квест сюжетный. Была права. Цири действительно появлялась на Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо позже дикая охота появилась на острове Хиндерсфьяль. Это могло означать, что Цири вернулась на Скеллиге.
О! Думаешь, что делаешь? Могучий воин должен. Спасибо, дружище. Знаешь, где Ферлун? Там кузня у меня. Заглядывай в гости, я тебе подарочек приготовлю.
меня здесь все. От обручей для бочек до мечей. Но надо полагать, тебя интересуют только мечи. Ну, показывай, что у тебя там. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Друг, я избавитель народа. Пошел ты!
Ну, Камиль. Ты что-то слабовато пьешь. Еще одно слово, и я тебе морду натру. Какая муха тебя укусила. Меня здесь все. Но надо... Прощай. Попутного ветра. Мне сказать нечего. Часом не хочешь отдохнуть от торговли и сыграть со мной в карты? Thank you.
Что у людей с большой земли головы, как у кошек, а у тебя только глаза кошачьи. Хочешь дочку в жрице Фрея отдать? Ты блуда, а уверена ли ты, что она не лава Дима? Проси меня завтра. Иди домой, малыш. Приветствую. Вот порядочные люди живут. Плохие нынче времена. Прощай. Для тебя это чародей. Йеннифер, да? Что-то действительно разнесло его на куски. Мало что осталось. Звери утащили растерзанное тело в лес. Субтитры.
Здравствуй, Йен. Наконец-то. Я уже мерзнуть начала. У меня были кое-какие дела. Что-то страшно срочное, надо полагать. Контракт на накеров? Можно и так сказать. Ну, теперь можем идти? Ха! Я была на Хиндерсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. О, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. А что, если трус говорил правду? Они едва бриться, если он нас не оставил, а просто уже лежат на земле. Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу в ладье из ногтей мертвецов, как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не раны бередить. Хватит! Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь, затащить Лейфа. Но столько тел. И Оли, и Ингвар, маленький Нейки. Куда уехали всадники? К морю, по пустоши, на конях из костей. Из костей и льда. И... Хватит, излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такой не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят! Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то? Она выглядела усталой, очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Трус! Прости, трус. Трус сказал бы вам больше. Этот трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом, даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу сражаться с Морквергом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречие. В этом все и дело. Убив Морквурга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами. И прошу от вас того же. И где эта священная роща? Недалеко,
к северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в роще навсегда. Моркварг? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиге. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных детей. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного. Гнева богов. И Моркварг решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндарсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше 10 лет назад. Верховная жрица Ульва стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие, и Моркварг превратился в чудовище. Проклятие, чудовище. Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я могу избавиться от Моркварга. Не знаю, во что он превратился, но думаю, серебряный меч в этом поможет. Все не так просто. Уже нашлись такие, что сумели победить Моркварга, но он всегда возвращается. То есть наложено проклятие. В таком случае мне нужно больше сведений. Понимаю. Но я рассказала все, что знаю. Поговори с Тордором, сыном Эйнара. Он был в роще, когда туда ворвалась дружина Моркварга. Видел все, что случилось. И единственный из паломников ушел живым. Он поселился в Ларвике. Он на пристани должен быть, если в море не ушел. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрейе. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Преклони колени перед богиней и воздай ей почести. Торгу, зачем тебе одному такой большой дом? Они уже не вернутся. Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Что, например? Эй, Геральт, вернись. Придет время, увидишь. Могла бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Ого. Это, наверное... Кусок. Хоть один кусок. Один кусок. Крошку. Есть. Есть. Холера. Только не это. Похоже, он нам не рад. Это он еще меня не разглядел. Так с чего мы начнем?
Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богине. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, не человечески красива, только нечеловеческого зрения, как у тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Не обижайся, но в этом буреломе и грязище ты будешь для меня... Как гиря на ноге. Я хотел сказать это поделикатнее, но... Да, примерно это я и имел в виду. Хорошо, как скажешь. Если что, я помогу тебе с заклятиями со стены. Я думал, ты будешь возражать. Я? Что ты? Я удивительно кроткая особа. Йен, посмотри мне в глаза. Ты что-то придумала? Ну, конечно. Как завоевать корону Тимерии и взять Каэр Морхен в ипотечный кредит? Ну, иди уже. Кровь труса. Очень много крови. След сразу видно, по нему и пойду. Неглубокие следы. Он шел осторожно. Покажи, что умеешь. Никаких укусов. Моркварк не пожирает жертв. Странно. Это трус? Нет, он давно здесь лежит. Что? Не слышу. Хочешь поговорить? Подойди ближе. Ее чувство и правда слабее. Следы чудовища. Она бежала, гналась за кем-то. Видно, Морквергу наскучило красться, и он напал. Трус был ранен. Побежал. Кровь труса. Двери не шелохнулись. Должно быть, трус их заблокировал или просто запер на ключ. Надо осмотреться, может, что найду. Видно, Морквард так просто не сдается. Еще одно тело, снова нетронутое. Много следов.
Старых и свежих. Логово должно быть рядом. Здесь не перейдешь. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Обычный механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их. Ключ! Рамон, сука! Где ключ? Все мое в общем доме. Ящик. Но ключ? Где ключ? Молчишь? Рамон, ворюга, бандит, сукин сын, никчемный ублюдок. Я найду ключ без тебя. Баран, дурная башка! Значит, решил поговорить. Только теперь могу. Такое проклятие заставляет кусать, царапать, рвать, пока не свалюсь. У тебя есть время, пока из меня вытечет кровь. Я вернусь. Слушай, слушай внимательно. Сними проклятие, освободи, освободи, наконец, я дам награду. Устал я от разговоров. Что ты сделаешь? Что и полагается ведьмаку. Идеальный друг не перебивает, не умничает.
Кости провалились через щель много лет назад. Ветерок. Похоже, выше еще одна пещера или выход. Морквард проломил эту дверь. Должно быть, что-то за ней унюхал. Символ Фрейи. Похоже, не тронутые. Морквард не пожирает свои жертвы. Странно. Опять выросла. Всегда вырастает. Я начинаю тебе завидовать. Хочешь историю? Если без этого не обойтись... Рассказывай. Пришли воины. Они знали, что не смогут убить меня. И они устроили западню, заковали меня, заперли здесь. Знаешь, что я сделал? Я грыз себе ногу, чтобы освободиться. Каждый укус больно. Я выл, меня рвало кровью. Ха. Понятно, что грызть собственную лапу больно. Ты не понимаешь. Это хуже, когда грызть, пасть горела, как будто угли жрал. Думал, сдохну, но отгрыз. А потом... Я порвал их на части, на мелкие кусочки этих героев. И какая мораль в твоей истории? Или ты просто бахвалишься? Мораль такова. Ты не сможешь убить меня, не сможешь остановить. Я порву любые оковы. Расколдуй меня, или я вернусь, как сейчас. Yeah.
начать все сначала. Ты можешь покончить с этим. Расколдуй меня! Значит, не весело быть оборотнем? Это не самое дурное. И не то, что я не могу выйти из рощи. Только голод. Все, что я сжираю, превращается в пепел. Я не ем, не пью, но я, сука, еще живу. С голоду я себя грызу. На любой кусок жарит, как горящая смола. Вечный голод. Классическое проклятие. Это объясняет, почему трупы остались нетронутыми. Думай, сделай что-нибудь, иначе я вернусь и разорву. Посмотрим, что можно сделать. Посмотри и сделай. Всем будет лучше. Кусай. Это должно снять проклятие. Лучше. Пусть правда. Не то порву тебя на куски. Что? Что ты сделал? Скормил тебе твое собственное мясо. А проклятие этого не допускает. Сукин сын! Ты обманул меня, лжец! Нисколько. Ты хотел, чтобы я снял проклятие? Пожалуйста. Ведут к колодцу. Видно, он предпочел утонуть, лишь бы не дать себя съесть. Кровь труса.